В Тернопольской области деньги, выделенные на ремонт дорог, растаяли в карманах чиновников и бизнесменов. По данным СБУ, частное предприятие и обладминистрация заключили договор на восстановление почти на 7 миллионов гривен. Но на ремонт потратили не все. Как оказалось, в акты выполненных работ подрядчики внесли недостоверную информацию о расходах на материалы и о объемах этих работ. Чиновники, в свою очередь, без каких-либо проверок утвердили эти документы. И в результате больше 2,5 миллионов гривен ушли в неизвестном направлении.